Процесс напоминает эндоскопическую операцию. В канализационную трубу опускают аппарат, оборудованный видеокамерой. Она обеспечивает панорамный обзор происходящего. С помощью математических подсчетов специалисты определяют нужный этаж. Буквально несколько минут, и канализация в квартире должника за коммунальные услуги наглухо закрыта. Находятся нужные квартиры, ставится заглушка. Все остальные жители не страдают. Самостоятельно снять не получится, потому что там есть специальный зажим, который не дает сместить заглушку. С этого момента с точным вводом из квартиры выхода нет. И до тех пор, пока неплательщик не погасит долги перед ресурсоснабжающей компанией. Это уже крайние меры, к которой прибегают самарские коммунальные системы. Как правило, канализацию перекрывают, если долг завода и водоотведения накопился больше 15 тысяч рублей. Но по закону делать это можно, если собственник жилья не оплачивал счета больше 2 месяцев. О возможных неудобствах должников предупреждают дважды – за месяц и за 3 дня до того, как поставят заглушку. Мера хоть и суровая, но действенное. Это мероприятие является одним из самых эффективных, потому что практически половина должников производит оплату, не половина, а 1/3 производит оплату либо в процессе проведения мероприятия, либо после уже непосредственно при остановке в течение нескольких дней. Как только долг погашен, цивилизация возвращается в квартиру. Культуру оплаты коммунальных услуг прививают не только кнутом, но и пряником. Для самарцев, которые исправно платят за воду, СКС регулярно проводит поощрительные акции. Сейчас стартует акция ко дню рождения самарского водопровода. Абоненты СКС, которые в августе внесут предоплату за воду на полгода, получат серебряный сувенир в подарок. Один из примерных собственников – путевку на 2 в Сочи. Итоги акции подведут в сентябре. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.